Всем доброго дня. Это анонс очередного урока InJAO на нашем канале. Если быть точнее, InJAO Fanzi. И в этом уроке мы с вами говорим о нескольких методах защиты, которые свойственны этому боевому направлению, а также их компиляции. В частности, мы поговорим и о защите ладони, и о защите предплечьем, и о защите, собственно, вот этим вот орлиным когтем InJAO, и о том, как лучше это выполнять, и почему это не работает, или почему это работает. Иными словами, в этом уроке мы продвинемся уже достаточно далеко, мы уже сделаем такой достаточно серьезный шаг к тому, чтобы наш InJAO уже так неплохо достаточно работал в спарринговой какой-то практике. Хотел бы заметить, что к этому уроку, наверное, имеет смысл приступать, если вы достаточно хорошо освоили предыдущие уроки, в особенности раздел, который был посвящен шагам и каким-то защитным атакующим действиям, которые мы с вами уже освоили в этом боевом направлении. О том, как приобретается урок, внизу в описании к видео, там же все пароли и явки, цена там же. И счастливо. Хороших вам тренировок.